В Иванове зафиксирован любопытный случай мошенничества. За устройство ребенка в детский сад телефонные обманщики, представившиеся сотрудниками управления образования, попросили родителей перечислить 6 тысяч рублей на телефонный номер. За эту сумму ребенку якобы предоставят место в любом детском саду по выбору родителей. Это, естественно, обман, и мы считаем, что наши граждане должны быть бдительными, потому что у нас комплектование идет строго по электронной очереди, все вопросы решаются у нас здесь в управлении образования согласно нормативным документам, порядку зачисления детей, и любое такое предложение, конечно, носит криминальный характер, поэтому мы просим граждан очень быть бдительными, не поддаваться на такие звонки и немедленно сообщать нам в управление образования о подобных предложениях, естественно. Конечно, не искушаться и не платить никому никаких денег. У нас зачисление идет бесплатно, строго по очереди.